Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру DC Unchained. Так, и я хочу разобраться, что у нас здесь почем. Так, это у нас история, основная сюжетная линия, по которой мы с вами будем играть, это естественно. Тут у нас апгрейд скиллов, фамилия, семья, так. Семья Бэтмена, да, смотрите, Джокер, Харли Куин, женщина-кошка, сам Бэтмен и кто-то там еще притылился. Так, а это у нас женская семья. Странно. Тут очень много всего. Тут фиг разберешься, ребят, если честно. Все это у нас будет открываться со временем, естественно. Мы с вами, помните, остановились на первой главе. Третья миссия получается, да? Ну, третьего персонажа нам пока не дали. Поставить мы его не можем. И в данный момент у нас доступна только Харли Куин и, конечно же, Аквамен. Ну, на самом деле, Океан Мастер, но будем его так называть. Так, у нас только с вами один скилл есть. Второй у нас откроется на 10 уровне. Видите, какая она красавица. Также у нас откроются новые скины. Тактик сеттинг. Вот это я не знаю, что такое, ребят. Честно говоря. Так, а тут у нас... почта. Слушайте, надо все это дело забирать. Так, нажмите на экран. И что будет? Серебряная карточка Супермена. Хорошо. А это у нас стамина. Видимо, для чего-то тоже нужна. Ну, это, понятное дело, голд. Что-то уж больно много стамины тут нам дают. Неужели она так будет быстро у нас расходоваться? Так, 10 тысяч голды. Так, это что за ящик? А, опять кристалл какой-то. И тут уже даются... Ага, карточка Бэтмена. Опять же серебряная. Джокер. Ага, ну-ка. Это я могу... Вау, мы открыли с вами Джокера. Вот оно что. Я надеюсь, Бэтмена тоже откроем? Да, смотрите-ка. Блин, ну вот прорисовка, конечно, здесь классная. Несмотря на то, что здесь рисованная графика, мультяшная. Так, какие-то кристаллы получили. А это что такое? Выберите карточки. 9 штук можем выбрать, любых, ребята. Не знаю даже. Короче, наобум будем все это делать. Давайте вот так вот согласимся. Все. Смотрите, еще какой-то ящик. Легендарный красный. Так, а его можно экипировать. Неужели для Харли, а? Так, ну-ка давайте посмотрим. Так, это нас обучают, гайд какой-то рассказывают. Так, выберите статус. Короче, мы можем воткнуть его в красную ячейку. Вот именно этот кристалл. Плюс 70 evasion. Так, ну что же. Давайте тогда воткнем, естественно. Экипировано, да? Да, ребята, все нормуль. Вот, я вижу, у нас по характеристикам все подошло. Так, что еще тут есть у нас? Это у нас достижение. 3000 голды получили. Интересно, а золото-то здесь зачем? Что мы будем покупать? За голду. Так, инвентарь. Ну, это то, что, я так понимаю, мы с вами получили из новенького. Это все как бы здесь отмечается. Также у нас тут есть и гайд отдельный уже. Блин, а могу я все сразу? Во, давайте заберем все сразу. Че я буду все по одному забирать? Так. Кавер. А что это такое? Так, ну давайте я выберу. Блин. Вот, давайте гориллу возьмем. Ёлки-палки, это у нас какие-то комиксы. Ха-ха-ха. Часть вторая. Ну, давай посмотрим. Ничего не понял. А смысл? Ну, выбрал я комиксы, что? Ты смотрите, даже такие комиксы есть. Про эту Близ. А кто она вообще такая? Без понятия.
Чё-то не могу понять. У меня хоть... Так, а вот и про Бэтмена. Часть первая. Ну, давай. Экипируем. А куда? Смотрите-ка, вот здесь вот кавер. Ну, и что нам это даст? Выберите. И дают какие-то определенные бонусы. Ага. Ну, ладно, пускай будет так. Еще три карточки можем взять. Давайте так сделаем. Карточки Бэтмена возьмем. Все, на почте больше ничего нету. Cover Art. Это вот комиксы, которые у нас доступны. Харли, Джокер, Бэтмен. И Женщина-кошка. А, и Робин еще. Хм, ну давай попробуем. Левел 1. Детектив комиксы Карус. Хотел бы я, честно говоря, почитать бы эти комиксы. Так, ну что, вроде бы все, да? Больше у нас здесь ничего не доступно, я смотрю. Daily Box. Опа-на. И что нам здесь? Honor Point. Так, а это у нас... Ну, давайте возьмем так, предположим. Ребята, это, короче, мы можем заменить какие-то карты, видимо. Да? На карточки Бэтмена. То есть, просто обменять. Причем здесь и серебряные, и золотые есть. Так, опять это все, что нам досталось с вами. Ну, а гайд, наверное, мы не будем с вами смотреть. Или посмотреть все-таки, а? Так, да-да-да, надо, кстати, нам, ребята, воткнуть сюда Джокера, если никого больше нам не дали. Так, подожди, как... Вот он. Красавец. Что у тебя есть? Смотрите-ка. Ну, скины, кавер, апгрейд скиллов. Уникальных, причем бесплатно. Что такое бесплатно? Ну, давайте посмотрим, что здесь за вариант такой нам дается. Так, ну, вот он, Джокер. Все, я понял, ребята. Это, честно говоря, обзор всех скиллов. Ну, это нам не нужно. Мы все равно с вами все это узнаем со временем. К тому же, мне не нравится его на прикид. Первый все-таки лучше был. Во втором он как-то выглядит, ну, сами понимаете, как кто. Ну что, давайте, наверное, тогда с вами играть в основную историю. Да? Возьмем только с вами Джокера к себе. Да подожди ты. Как его? А, его, наверное, просто вот так переносим. Также у нас тут, ребята, могут быть друзья, помощники. Ну, у меня пока здесь никого нету, я в нее только начал играть. Ну что же, наверное, будем стартовать. Кто это такая, а? Что это за девушка? Лучница причем. Хм. Ну вот. Так, играем мы с вами за Харли. Опять у нас здесь история какая-то. Они между собой тут перепалочку словарную ведут. Нам на это все плевать. Мы пойдем врагов пинать. Джокер там что-то подвякивает еще. А, мухи-говнюхи прилетели. Ладно, разберемся с ними. Да, ребята, и не стоит забывать, несмотря на то, что мы играем с вами именно Харли, мы можем в любой момент переключиться либо на Аквамена, либо на Джокера. У нас, как говорится, есть выбор. Полетели, и вступает Джокер у нас в бой. Сумасшедший такой. У него тоже всего лишь один скилл. Также у него обычный удар и уворот есть. Уворотом я очень мало пользуюсь. И желательно бы мне эти кнопки поставить к себе на клавиатуру, а не кликать на них постоянно мышкой. Это как-то не очень удобно. Как видите, у нас враги вот эти пока еще легкие. Здесь особо нам париться не приходится. Даже можно было бы, наверное, и автобой включить. Так, нету. Пустой ящик был, а? Обманули меня. Также у нас, видите, наверху синяя полоска СП. Я не знаю, что это означает. И X. Желтая. Ну-ка. Акваменчик, давай. Задай-ка тут жарку. Ё-моё, что-то мне тут зажали, я не могу, блин,
выбраться из этой кучи. Так, давай отойдем оттуда нафиг, а то возле стены как-то не айс. Ну что ты тут летаешь? Нифига он там применяет удар. Офигеть. Это все вот эта вот злобная муха. Готово. Так, ребята, я смотрю, тут ящик пустой опять же. Ладно, фиг с ним. Будем с вами двигаться дальше. Так, чувствую я, здесь, наверное, уже появится у нас босс. Они обычно всегда появляются в таких больших комнатах, я заметил. Так, ну что, где он там стоит? Опа, ну-ка давай-ка, Харли, разберемся с этим босярой. Главное, воу-воу-воу, что он сейчас хочет? Опа, что-то сделал такого плохого, мне не понравилось, если честно. Ну, разбирается, как видите, он довольно легко. Блин, ну сколько тут врагов он, конечно, называет к себе. Этих мух навозных. Кстати, вот эти вот упыри мне почему-то... Так. Нормуль, нормуль, нормуль. Давай, Джокер. Где босяра, бля? Так, ну что, половину хп мы ему снесли. Так, опять он что-то применяет, а? Что-то он все там химичит, химичит, ребята, но непонятно что. Какую-то красную ауру. Бестолковую причем. Все, что ли? Подождите, у него же еще оставалось, по-моему, немножко жизни. Как он загнулся-то? Капитан Колд. И женщина-кошка что-то там бубнят. Лекс Лютер тут подключился. И Харли что-то там вякает. Всем надо поговорить. Но главное, что, ребята, мы прошли с вами миссию. Довольно легко, я даже и не заметил. На ранг S. Так, нам, наверное, нужно следующую стадию идти. Блин, вот здесь вот прикольно Джокер смотрится. Мне нравится. Так. Ага, ну как же не поболтать? Естественно, нужно что-то тут поговорить. А мы двигаемся дальше с вами. Так, у меня, ребята, Квин 3 уровня, Аквамен тоже 3, а вот Джокер почему-то 2. Как-то несправедливо, я думаю. Воу-воу-воу, летят, летят охламоны. Так, давайте их быстренько распинаем. Довольно все легко и просто. Воу-воу-воу, спускаются. Элита, ага, все, я понял, ребята. Здесь, короче, есть обычные солдатики, да? И также есть как бы их предводитель. Он обозначается здесь элитным солдатом. Хорошо, а это что за чувачок тут стоит? Обычный был чувак. Причем человек. Ну, а это, я так понимаю, не люди. Это все-таки какие-то мутанты. Так, давайте-ка сюда пройдем. Что вы мне закрыли проход, а, ребята? Припухли, что ли, совсем? Ну-ка, дайте пройти, даме. Вот так вот. Опять комната. Наверное, здесь будет босс. Вот предчувствие просто уже. Уже привык, что в таких комнатах обычно всегда босяра выходит. Она большая, просторная. И есть где побегать, поубегать нам. Блин, неужели здесь не будет босса, а? Странно. Хорошо, давайте тогда их быстренько разобьем всех. Так-так-так-так-так, черт, не успел, не успел, ребята, увильнуть. У меня же есть уворот, но я не успел. Так, куда? А, нет, все, ребят, понятно, нам надо идти дальше. Никакого там босса и не было. Наверное, он будет вот здесь. Может быть. А может... Да, вот он появился. Блин, единственное, что меня нервирует, они все однотипные какие-то. Все вот эти вот монстры, мухи, боссы. Абсолютно одинаковые. Так, тихо, тихо, не буянь. Тут надо смотреть еще за хпшками, ребят. Оу, нифига он меня застанил. Че ты жмешься-то, придурок? Вот, ребят, вот таким вот макаром у нас действует уворот у Аквамена. Он просто выходит из зоны. Вот такой вот молниеносной, так сказать, атакой. О, хай. А удар у него, значит, он притягивает к себе. Это, с одной стороны, не айс, чтобы врага к себе притягивать. Надо, наоборот, его отталкивать. Что ты? Давай, Джокер, бомбани.
Все, бомбанул. Да, смотрите, по оружию, ребята, это чистой воды какой-то монстряк. Причем пучеглазый. Так, Блэк Манта. Кто такой Блэк Манта, а? Блин, я вот хочу узнать. Жалко, что здесь нет истории про каждого персонажа, и причем переведенной на русский язык. Было бы прикольно. Так, ну что, Джокер у меня получает 3-й уровень, в то время как Харли и Аквамен получают у нас по 4-му уровню. Смотрите, какой персонаж был прикольный сейчас. Какая-то демоница. Ну что, Океан Мастер, опять бубнишь тут. Все, не наговорился? Ну, все? Угомонились? Мне пора делать задания, миссии проходить, а вы тут бубните. Так, щеглы. Так, у нас там, смотрите, ящик. Я его открою, наверное, чуть-чуть попозже. Там, потому что могут быть, ребята, у нас и хилки, и очки опыта, и голда. Все, что хотите. Эти ящики непредсказуемые. Так, иди сюда, надо с тобой покончить. Готов. Фига он там с дубинкой прикрывается еще щитом. У Харли, кстати, очень хорошая комбинация. Вы заметили, да? Она вначале дерется, бьет молотком, а в конце выстреливает со своего револьвера. Довольно неплохо сделано. Причем эта комбинация стандартная. Вот только смеяться не надо через каждую секунду, а? Немножко даже раздражает. Ну, ё-моё, так, смотрите, генерал пришел. Фиолетовый аж какой-то. Ладно, сейчас он у нас озвездюлится. И пойдет во свояси. Что ты делаешь? Опа! Промахнулся, гаденыш. Все, готов. Блин, а удар даже после его смерти остается, которую он зарядил. Надо будет это учитывать на будущее. Как-то ходит она криво. Ну ладно, сейчас не об этом. Нам нужно расправиться с врагами. И вот у нас Басяра. Парадемон номер 2. Ну-ка, парадемон, а не пора ли тебя пришибить здесь, а? Ну, довольно легко разбирается. Несмотря на то, что у него 2550 хп было. Так, тихо, тихо. Что он там все чудит? Ящик. Ага. Че получили? Не понял тебя. Не успеваешь просто ничего здесь разглядеть. В этой возне. Ну, добиваем, ребят, добиваем. Все. Парадемон номер 2 сдох. И миссия пройдена. На какой, интересно, ранг? Ну, я думаю, что, как обычно, на ранг S. На меньшие я не согласен. Так, смотрите, у нас тут ядовитая Иви появилась. Откуда-то вдруг. Нежданно-негаданно. Да, как я вам говорил, ранг S я получаю. И уровень вырос у нас. Опа-на, пассивные скиллы у нас открылись. У Харли и у Океан Мастера. Ну, пассивные скиллы, ребята, на то и пассивные, что их не надо прокачивать. Они действуют сами по себе. Надеюсь, они стоящие. Так, и дальше. А это кто у нас такой интересный, а? Что за чувак в очках, да еще со стволом таким? Да хватит вам уже бубнить. Оу, горилла. Вот горилла мне нравится, прикольно смотрится. Правда, я не знаю, откуда она вообще. Из каких, блин, таких комиксов-то вылезла. Хотя вы прекрасно видели, что у нас тут такие штуки есть, которых я вообще и знать-то не знал. Так, давай. Отлично, добили. Пошли, дать, подожди, ящик. Что у нас в ящике? Непонятно, что в ящике, не успеваем разглядеть. Ну, ей нравится, Харли довольна. Так, слишком много вас здесь, ребят. Надо немножко зачистить ряды. Вау. Как она сама быстро-то портируется к врагам, а? Моментально прям. Пулей. Так, комбо. У нас копится, кстати, ребята, счетчик комбо, за который мы потом будем получать очки. Соответственно, чем больше мы ударим, тем больше опыта мы получим. Так, разбиваем всю эту шелупень. Так, генерал, ты отвянь, а? Достал уже в самом деле.
Причем он довольно часто промахивается по нам. И это меня радует тоже. Подхилились. Шикарно. Ну, где вы все? Так, это, к сожалению, разбить нельзя. Это как инвентарь. Неразрушимый стоит. На-ка, выкуси. Прибыл Джокер. И сейчас он тут будет давать шороху всем. Так, погоди, 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 не надо. Вот, получи ключом по морде. Че он только не вытворяет здесь. Действительно безумный чувак. Но бег его на меня просто удивляет, как он бежит. Ты-тыри-тыри-тыри. Ну я говорю, блин, братья-деревяхи, ё-моё. Так, подожди, подожди, подожди. Не надо тут со всех сторон лезть на меня. Надо быть немножко в стороне от этой швали всей. Все, распинали. Так, и что? Опачки, а это еще кто такой? Манкис? Босс. Ого, это, ребята, уже реальный босс. Видите ли, это он призывал парадемонов. Вот оно что. Музыка эпическая, так что мне кажется, что босс будет действительно реальный. Сложным, а может быть и легким. Так, что он делает вообще? Че я не могу идти? Двигаться не могу, ребят. Я не знаю, он это делает или Джокер глупит. Вау-вау-вау, он притягивает. Да что? Нифига он жарит. Так, ну-ка, аквамастер. Мастер океанов, давай попробуем тобой поиграть. Да ладно, вы что, Черт подери. Да, жизни у него отнимаются очень-очень медленно. И причем враги бегут на постой здесь. Черт, что творит? Он к себе меня притягивает, короче. Потом выпускает вот эти вот шары, блин. Взрыв, потом шары. В общем, у него довольно такой богатый спектр ударов, я смотрю. И к тому же мешают вот эти вот приспешники, блин, парадемоны хреновые. А ну-ка, Харли, давай. Кстати, когда мы вызываем другого персонажа, как видели, он делает определенный какой-то удар. Так, давай. Ну что, пол хп уже сняли мы этому Мантису, которого я даже и не знаю, откуда он взялся. Кто это вообще такой? Из какой гад-серии ты вылез, блин? Да достали вы уже, ну, на самом деле, со своими пушками тут стреляет по мне. Так, Мантис, хорош юлить, а? Давай по чесноку с тобой, без всяких тут шариков, блин, огненных. Просто в рукопашку. Не, все равно, ребята, я его должен захоркать. Блин, очень мало хп. Подхилиться не могу, я все уже потратил. Так, ну у меня у Джокера есть достаточно хпшек, так что если что, я поменяюсь на него. Воу, и по-моему уже пора. Ну, Джокер, давай. Вот, о чем я вам и говорил. А куда это он исчез, я что-то не понял. Мантис-то куда-то в телепорт нырнул, гад, а? Вы видели? Кто не успел разглядеть, может немножко мотануть и посмотреть, когда появляется Джокер, взрывает. Хотя нет, вон он вроде валяется. Но здесь у нас на ранг Б. Ну и фиг с ним, зато прошли. Так, пассивный скилл у Джокера открылся. Ого. Что-то нам новенькое открылось. Так, новая часть. Нет, я не знаю, наверное, надо покинуть миссию. Так, и что же тут? Ага, заставочка. Ну что ж, давайте тогда посмотрим. Thank you.
Ну, вкратце я понял, что Люгер что-то прознал, всех героев созвал против какого-то зла. Будем бороться. Причем бороться будем не только хорошими персонажами, но и плохими. Так, это у нас герои, а это у нас вилайн. За героев, опять же, начинать надо с первого уровня. А здесь нифига, ребята. Так что давайте, наверное, будем за злых проходить. Так, что у нас тут новенькое? Так, достижение. Хорошо, забираем ревард. 10 очков, кстати, они, наверное, тоже куда-то нужны будут. Так, тут у нас еще ивенты. В общем, дофига всего. Так, это у нас чат, канал, пати и гильдия. Угу. Опять же, все на английском. Ну, правильно, ребята, она... Эта игра еще только вышла. Мало кто в нее играет, даже мало кто про нее знает. Опачки, мы что-то с вами получили. 50 кристаллов. Тут опять же какие-то рубины, самоцветы, гемы. Так. Ну, хоть денег у нас пока нормально. Не знаю, куда их потратить даже. По-моему, это какой-то камень, если я не ошибаюсь. Такой же, как мы вставляли с вами в Харли. Может быть, я, конечно, и ошибаюсь. Так, что здесь? Давайте разбираться, ребят. Посмотрим, по крайней мере. Да елки-палки. Это пройдено. Вот у нас вторая часть. Так, кого бы глянуть? Почему мне Джокер, блин, на целый уровень отстает? Это у нас все принято. Так. Оу, я могу, ребята, апгрейдить скилл до второго уровня. У меня 16 очков Бэтмена. Требует 5. Здесь, вот, о чем я вам и говорил, ребята. Копит, короче, СП-шку второго уровня. 5,5%. Ха, не хватает зеленых камней. Ну что ж, давайте, наверное, вставим в ячейку. Это красное, я так понимаю, да? Сюда на 15 уровне. Значит, можем только вот сюда воткнуть. Все, экипировали. Получаем плюс 70 к статам. Ну что же, вроде бы и все. Здесь пока делать нам... Ой-ё, сколько тут можно всяких камней повтыкать. Пассивный. Вот, ребята, о чем я вам и говорил. Пассивные скиллы, которые сами по себе... А второй только на 30 уровне откроется. То есть всего 2 пассивных скилла, ребята. Уникальный скилл. Так, ну что, давайте улучшим. Деденс. Тут, короче, игнорируют комбо, что-то еще. Увеличение. Короче, все-все-все там повышает. Так, также мы можем, например, вот этот скилл с вами улучшить. 5. Давайте сделаем. Блин, а что я все у Джокера, блин, у нас же еще там есть персонажи. Может быть, кому-нибудь другому надо что-то изучить. Так, это у нас общая статистика идет. Понятно. Так, пассивка. 30-й. 60-й уровень, я так понимаю, максималка, да? И потом еще какие-то там улучшения будут. Очень интересно на это глянуть. Ну, я не знаю, прокачивать, наверное, будем тут вечность. Хотя, возможно, здесь, ребята, будут у нас камни опыта, где мы сможем... Так, ходи-ка. Так, у меня... Нифига нет, да? А вот, ребята, о чем я вам говорил. Вот такие вот книжки, если бы у меня были... Или они есть? Что-то не могу немножко понять. По-моему, нифига нету. По нолям все было там написано. Также вот экспо у нас и стамина. Это все тоже можно апать, ребят. И также можно ранг повысить. У нас ранг D, мы можем на C перейти. Но опять же, нужны карточки. Угу. Теперь я знаю, по крайней мере, для чего нужны карточки. И самое главное... Так, и самое главное узнать. Давайте-ка стамину. Так, восстановили себе. Так, она же вроде бы у меня была. А, нет, 168. А эти мы пока не можем использовать. Они у нас на 15 и на 30 уровне откроются. Дополнительные скиллы. Так, Харлик. Харлик. Опять же, ионная статистика.
Так, здесь у нас скиллы. Так, давайте апгрейдим немножко. Потому что нам все равно играть. 9,5 секунд колдаун. Откат. Ну, блин, 9,5 секунд, это долго. Так, скинов у нас нет, поэтому не переключается здесь ничего. Coming soon. Очень скоро. А что очень скоро? Какой-то другой облик у нее появится, да, видимо? Так, ну здесь мы ничего сделать не можем. Апгрейдить? Не хватает вот этих вот зеленых камней. Надо будет тоже запомнить, ребята, что камни нам нужны. И если мы увидим, что их где-то можно добывать, ну, на каких-то заданиях, то будем, наверное, проходить. Потому что прокачка скиллов в любом случае нам очень нужна будет. Так, ну что? Вроде бы как с этим разобрались мы, да, ребята? Можно, наверное, уже потихоньку двигаться к следующей миссии. Мне уж очень сильно хочется посмотреть, что там у нас. Вообще, можно было бы с этим и не заморачиваться, ребят. Но все равно очень хотелось бы узнать, что здесь и почем. Так, вот у нас тут Ревард будет. Больше никого мне не дали случайно? Нет, нифига. А вот эти, ребята, персонажи у нас с ивентов. А ивенты, видимо, уже идут или будут скоро. Где можно вот их получить? Так, нет эффектов никаких. Ладно, давайте стартовать тогда, посмотрим. Оу, это кто такая у нас? Фига себе, цыпочка. Ну что, Харлик? Опять эти бубнижи. Все никак не наговорятся, а? Ну, все, надеюсь. Дайте мне дальше идти. Джокер опять там что-то бухтит. Так, это мы уже где-то то ли на улице. Ох ты, смотри. Это кто такие? Это зомби, что ли, какие-то? Нет? Нифига себе, зомби, блин. С ножами в руках. Слушайте, это какие-то психи. Ё-моё. Слушайте, что-то эти ребята не так быстро разбираются, как те начальные. Так, но все равно мы их всех подчикали здесь. Ну давай, 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 давай. Отлично. Добили. Выдвигаемся с вами далее. Опасно. Неизвестные враги, естественно, здесь также будут неизвестные нам боссы. Но почему-то у меня предчувствие, что боссы здесь будут тоже такие же психи. Это же психи, да? Или это просто солдат какие-то? Не пойму. А, Джокер какой моложавый выбежал. Так, подожди-ка, ящик надо бомбануть нам. Вот так вот. Это, ребятушки... Воу-воу-воу-воу-воу, смотри, смотри, смотри. Точно это какая-то дурка. Ты посмотри, какие тут психи, а. Блин, не нравится мне такой вид камеры, ребят. Это вид один, давайте вот, наверное, два. Нет, три. Да, три, смотрите, три очень высоко. И как бы видно большую часть карты. Если поставить на один, она будет слишком приближенно. Босс. Ага, первый боссяра. 3490 у него хпшек. Это не так уж и много, в принципе. Так, а, это не босс, это какой-то лошпен. Где боссяра? Вот босс. Ха-ха. Ну иди сюда, будем тебя сейчас кумарить. Блин, нифига у него лапище, да? Ха-ха. Машет он мне, а? Но Джекер-то не из простачков. Не, довольно легкий, быстро сейчас его разберем. Но опять же не стоит забывать, что это первый только босяра. Их тут по сюжетной линии дофигища будет. Так, 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 добиваем. Готов. Так, ну что, босс, тебе осталось совсем маленько. Сейчас ты у нас пойдешь на покой. Давай, 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 Джокер. Добил, молодчага. Разводным ключом. Прикольно. Дайте мне ранг S, пожалуйста. Хотя, в принципе, без разницы. Я думаю, что это ни на что не влияет. Но для самого себя приятно просто очень будет, если дадут ранг до S. Отлично, ребята. Уровень растет. Ребята наши растут.
Вау, специальные миссии открыли. Это новый контент. Так, ну что ж, дорогие мои друзья, давайте, наверное, на этой ноте мы с вами будем завершать этот видосик. Я надеюсь, он вам понравился. Если да, то лайкайте, и мы продолжим дальше играть в эту игру. Ну, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр, и до скорых встреч, ребята. Удачи вам.